Всем моим зрителям огромнейший привет, с вами я, Юлия Crazy Nails. Этим ноготочком уже больше месяца, примерно месяца, неделя, даже если не больше. Начинаю снимать старое покрытие, да, уже где-то есть отслойки, которые мы безусловно убираем. Дальше начинаю опиливать форму, у нас будет мягенький квадратик. Обязательно равняем боковые параллельки и дальше приступаем к вычищению птериги. Кстати, девочки, у меня в августе месяце пройдет 2 онлайн-курса. Первый курс будет 22 августа по теме вензеля и тонкие линии. Цена курса будет 2000 рублей, будет он проходить в Перископе. Курс будет длиться примерно 5 часов. Доступ к курсу будет 10 дней, после чего вы получаете сертификат, заверенный печатью. Также 30 августа пройдет онлайн-курс на тему комби-маникюр и покрытие гель-лаком. Цена его будет 2500 рублей. Там вы узнаете все мои фишечки, все мои секреты маникюра. Конечно же, я видео их не показываю. Если вы хотите попасть на эти курсы, то пишите мне либо в Инстаграме, либо в WhatsApp, либо ВКонтакте. Ссылки будут в описании. На модельке я буду делать аппаратный без режущих, как обычно. Это один из моих любимых маникюров. Я очень давно не общалась с вами именно лицом к лицу, грубо говоря. И мне хотелось бы узнать, на какие темы вам было бы интересно со мной пообщаться. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые вы также можете оставлять в комментариях под видео. Можно сделать рубрику «Ответы на вопросы» или рубрику о том, как поменялась моя жизнь в Москве. Пожалуйста, напишите мне, мне бы очень хотелось немножечко поменять формат и сделать его более болтологическим. Сегодня у нас будет довольно простой дизайн, но очень эффектный, очень сочный, яркий. Сегодня мы будем рисовать с вами арбузик. Этот дизайн уже 100% видели очень многие мастера в интернете. Я не знаю, от кого этот мастер-класс пошел, я не знаю, кто автор. Я видела абсолютно практически у всех мастеров. Сначала корку прорисовываем, обязательно ее просушиваем и потом саму мякоть арбузика. Плавненько ее растушевываем. Дальше я беру белый, разбавленный стопом. Делаю так, чтобы у меня цвет плавно перешел в белый. Вы можете взять кисть для градиента, что, собственно, сделала и я. И аккуратненько растушевала. Обязательно просушиваем. И на самой верхушке мякоти добавляем более яркий цвет. И также растушевываем. Просушиваем. Рисуем черные косточки. Также прорисовываем контур корки черной гель-краской. И добавляем белые точки на семечки. И дальше все перекрываем матовым топом. После этого берем каучуковую базу, либо гель, либо густой топ и расставляем точечки. Если вы хотите получить более объемные точки, то советую вам их продублировать. Наш сочненький спеленький арбузик готов красоваться на этих ноготочках. Кстати, как раз сейчас сезон арбузов, поэтому у меня это видео вышло прям в тему. Напишите, пожалуйста, под видео, как вам такой дизайн. Естественно, ставьте этому видео пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Возле кнопки подписаться жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!